Хочу антикорту, только тропа было. Хочу показать вам вот этот вот, вот эту стену и вот эту вот арку. Так, что, знаете, здесь нет. Ну, у меня кроссовки сейчас хорошие, кстати. Сегодня не стала сапоги одевать. Хотя в сапогах можно, как, можно по снегу ходить. Зато, если скользко, они вообще не держат. Хотя сапоги, ребятушки, эти я купила когда-то в горах. Нет, вы посмотрите, какой вид вообще, да? Просто какой вид. Смотрите, какой пост. Мост. А посмотрите на дом, на доме, на этом, на шарике. На шарочке. И я сегодня вас побалую коротенькими, потому что это вообще, конечно, ляпота, где мы. И вот когда солнце, это просто удивительно. Видите, что значит снимать солнце? Вот, посмотрите, здесь все в нашем этом. Давайте посмотрим скобы наши. Вот что значит. Вот это тоже решетка сложная, но все-таки она объяснимая. Здесь, видите, ну тоже, вот попробуйте вот такие кольца сделать. Но все-таки здесь как бы есть кольца, видите, вытянутые. Хотя это тоже решетка ненормальная. Но когда просто я ту решетку делала, это просто люди, которые не поняли, на меня наехали там. То есть, ну, что с ней взять? Не поняли, что. Вот наши эти гальки, посмотрите, какие они, как они глубоко лежат, посмотрите. И опять же, говорит о том, что никто их туда не ставил специально, потому что, посмотрите, если их снять, это как оторвать. Видите, как прыщик оторвать, посмотрите. Посмотрите, как они глубоко заседают. То есть они поднимают практически вот этот вот покров на сантиметров 5. Посмотрите, дальше куда идет тут все. Тут вообще маленькие арочки, посмотрите, абсолютно маленькие. Тут тоже арочка, видите, она идет сделана, видите? Подождите, я ничего не вижу, у меня солнце прям в экран, видите? То есть все тут само, само... Вон, она, знаешь, какая красота. Я сейчас обязательно вам сделаю. Тут, видите, пар идет. Но это не пар, это вот это топит. Это вообще. Так, эти фотки я поставлю потом. Я хочу вам сейчас просто снять. Там чипка, видите? Трясогузка какая-то. Смотрите. Видите? Весело. И почему? Потому что, рядышки, вот здесь на солнце, ну просто великолепно. Великолепно. Тепло. Просто ноги у меня сразу оттаяли. Вообще хорошо. Вы посмотрите, там какой-то тоже канал сюда идет куда-то. Под дом. Видите? А в феврале, ребятушки, у них уже тут свадьбы будут во все. Да-да. Там-то что такое? Удивительно, удивительно вообще просто. Такая красотень и, как сказать, благодать. А тут, видите, поставили... Смотрите, сколько стен, видите? Поставили сетку. Ажря. Но я хочу все-таки показать вам вот это. Видите, снег уже тает, блин. А сейчас у меня будет все сырое. Вы посмотрите, какая кладка, да? Видите? Вот так вот поставлю телефон. Не буду сейчас увеличивать, рядышки, но посмотрите. Посмотрите, какая кладка, да? Вот, а там, посмотрите, корка. Видите? И вот, посмотрите, какая стена. Видите? Там вообще корка такая, посмотрите, что это? Даже делает какую-то гармошку, да? Тоже вибрационную. Видите, какая кладка, посмотрите? То есть, опять же, для чего, да, вот этот порог такой? Для чего? Зачем? Зачем он нужен? И вот этот мост, да? Сейчас шикарнейший. Ну и туда дальше идет. Сейчас я... Посмотрите, опять же, вот эта плоскость. Плоский камень. Видите, как отрезано, да? А вот тут опять масса. Видите, жижа с камнем. А? Вот. Как бы по идее нужно. Вот это то, что. Вот посмотрите, как идет дом. Смотрите. Труба какая-то.
Вот из нее идет, видите, труба роста через крышу, посмотрите. И здесь тоже как непонятно, башня какая-то с дырочками, видите? Как печка такая русская, да? Тут рядом, посмотрите. Что это вообще? То есть вообще настолько все странно. Странно, как сделано это вообще просто. Вот. Так. Посмотрим на скобы с этой стороны. Видите, дырочек сколько. Непонятно для чего. Так, надеюсь, из-за меня собачка не выскочит на меня. Стою одна, он куда-то ушел. Тут, видите, эта арка должна быть. Там все закрыто, все закупорено. Вот. Сейчас я покажу вам еще две дыры. Две трубы, то есть трубы. И все, обратите внимание, внизу кладка мощная, крупная, да, а кверху она уменьшается. Хотела вам показать, смотрите, вот эти два брата-акробата. Вот зачем, да, вот так вот, строят две трубы рядом. Ой, солнце прям в глаза. Так, это видео будет коротким, но ничего страшного, здесь просто вся... красота речки. Ну, там у меня 11 минут видео, ну, может быть, я соединю. В общем-то, с другой стороны, зачем? Смотрите, там какие елочки на самом верху. Кстати, там тоже, видите? Высоко в горах, получается, еще выше, да? И все туда идут, видите? Посмотрите, какие бугры стен. И со снегом это прям вообще настолько видно. Натурально-вибрационной линии. Так, я этот мост все-таки сделаю короткое видео с другой стороны, потому что, чтобы вас заинтриговать, и там сделать две арки вам еще, потому что вот эти две арки, они, ну, просто слишком шикарные. Чем показать, вот тоже корка есть. Тут, видите, не растаяла еще, но уже сейчас растает. Где-то еще через 2 часа, ну, через час растает, а потом снова уже и замерзнет. Вот, смотрите, как он делает круг, да? Смотрите, делает круг, да? Портал, видите, такой? Если вот так в воде смотреть. Видите, как круг делает, да? Вот. Ну ладно, я сейчас сделаю видео тогда этого моста вот с этой стороны, чтобы показать вам портал. Пока-пока.